первая игра на PlayStation, которую я купил вместе с самой PlayStation. Самая любимая часть из трех, из трилогии. Вот. И одна из первых игр на PlayStation, которую я играл, Crash Bandicoot 3! Короче, вот, меня ностальгия приперла, я сейчас стал играть в Crash Bash, вот, и в Crash Bandicoot 3. Вот, ну, то есть, как бы, до покупки первой Соньки я уже купил игру, это было Dino Crisis. Вот, но вместе с первой Сонькой я купил третью часть, вот. То есть, это была та игра, которую я именно с приставкой купил, и сразу, как приехал домой с Сонькой, я начал играть. Вот, и интересная такая история получилась, но я ее позже расскажу. Давайте сейчас посмотрим заставку. Это японская версия. Вот, то есть я как бы, я и проходил и русскую, и английскую, но в японскую я никогда не играл. Вот, но она, в принципе, должна отличаться только озвучкой, ну и текст, соответственно, японский тоже. Вот, так что давайте мы сейчас вот сюда пройдемся, будем уровни проходить по порядку. Вот, но мы еще вернемся к этому моменту, и я расскажу интересную историю, которая получилась, как раз когда я купил PlayStation вместе с игрой. Вот, значит, сразу скажу то, что, ну, я как бы планирую все уровни пройти и замочить всех боссов. Вот, я начал со второй части, мне почему-то захотелось во вторую, но потом там был момент, когда я стал все время проигрывать, мне, короче, надоело, и я решил лучше в третью поиграю, третья моя самая любимая, вот. Я хочу пройти все уровни, замочить всех боссов, вот, и, ну, все призы проходить, все собирать я вряд ли буду. Просто хочется все уровни пройти еще раз, вот. Так что давайте мы вернемся к этому моменту, пойдем в этот уровень, вот. Но для начала давайте посмотрим заставку. Вот, это все будет дело на японском языке у нас, вот. Просто я ни разу еще в японскую версию не играл, поэтому мне, блин, интересно самому, вот. Она как-то называется Туперюбедедедедуда, что-то там такое, по-японски. Это вам! Почему? Учу-кучу! Музыка такая же, как в Crash Bash, то есть Crash Bandicoot Карнавал, только немножко измененная. Прикольно. Ой, а что такое? А, наверное, демо-версия пошла. Я не нажимал ничего, хотел музыку послушать. Похожее тоже. Crash Bandicoot, Crash Bandicoot, идем. Вот. Ну, давайте, новая игра. Вторая, загрузить игру, третья опция. Это продолжение во второй части, то, что было. Ну, все знают, что я рассказываю. Свобода в поле. Это уже другое. Ука-ука. Алло, ука-ука, ну-ка, сонна, бакана. うちの中に隠れるのじゃ。あのうかうかがまた復活するとは。 О! Крыши забыли. わしの命令を失敗した者は誰一人おらん! コルテックス! フリック。二度までもわしの顔に泥を塗るとは。 偉大なるうかうか様! あのクラッシュ目はいつも! おたらぼだなつけないやだ。これまでわしは貴様に命令してきた。じゃが貴様はパワーストーンを全部奪われおって、もう我慢の限界じゃ!
世界征服に必要な宝石はもうないではないか。分かっておりますよ、うかうか様。ちょっとしたミスはありましたが。大きな失敗じゃ。そうは言っても、貴様の失敗によって世が自由になったのも事実じゃ。皮肉だがの、もう一度だけチャンスも。もう、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 今度はわし自らエントロピー。それでちょちょいのパーじゃ。もう、遠い昔わしは、地球を救うために悪の仮面、うかうかを地下の牢獄に封印したのじゃ。しかしなぜかあいつが復活してしまったようじゃ。わしはまたうかうかを止めねばならん。お主らの力をぜひ貸してほしいのじゃ。Убежали спасать мир。ここはタイムネジネジマシーンの部屋じゃ。うかうかとコルテックスは世界中あらゆる時代のパワーストーンを集めようとしておる。このマシーンで奴らと同じ時代にワープしてパワーストーンを守るのじゃ。床にある数字のボタンに乗ると、丸いタイムゲートが開く。そこに飛び込むのじゃ。頼むぞよ。あったな。Пошли в машину времени。ну а。Привет, Коко, шпедана! Кто смотрел мои видео? Блин, классика. Вот. Кто смотрел мои видео про Crash Bash, ну, Crash Bandicoot Карнавал, да? Тот знает то, что я Коко обзывал дурой там, сучкой. Вот, ну, потому что против нее играть в этом самом я не люблю. И как компьютерный персонаж она очень тупо себя ведет. И очень-очень нагло как-то. Не знаю, мне не нравится она там как компьютерный персонаж. Вот. Вообще, она сам по себе персонаж, конечно, положительный, хороший. Но вот именно в Crash Bash, в Crash Bandicoot Карнавал, я не люблю вообще. Ее там тупо как-то сделали, не знаю. Вот. Поэтому я там ее дурой называю. Короче, тут, как вы видите, все закрыто, да, никуда зайти нельзя. Помню, потом появится способность двойного прыжка. Я все время пытался двойным прыжком перепрыгнуть, короче. Вот, и все равно не получалось. Вот, видите, туда. Вот. Потом тут появится платформа, дополнительный уровень. Ну, конечно, я всю игру полностью проходил, все собирал, у меня есть сохранение есть. Но я решил заново начать. Давайте по порядку все уровни. Сейчас с нами свяжутся сразу. По телефону. クラッシュ、なんでわしの邪魔をするのだ？今度はわしも仮面ぐらい持っておるわい。どちらの仮面が強いのか比べてみるのだ。Мне нравится, когда бывает, говорит Кортекс, потом маска вылезает, начинает за него говорить. Вот тут нам будут показывать, какие призы. Вот, это способности пока нету. Драгоценные камни, и реликты, и время такое, вот. Ну, мы особо задерживаться на уровнях не будем. Я просто хочу пробежаться по всем уровням и боссов всех замочить. Вот. Ну и, соответственно, чтобы открыть дополнительные уровни, придется некоторые призы тоже собрать. А. Ну это все быстро. Что-то слышали, как сейчас глючило? Давайте вот постараемся только все ящики разбить. Курочка, бофта. Потом я базукой курицу застрелю. А вот этот ящик не разбивается. Во. やっと来たな、クラッシュ。今度も一回だけならお主を守ってやろうかの。По-моему, в английской версии такого нету, да? Чтоб маска так говорила. Чё, жизнь возьмём? Тут можно читерить. Когда играешь на время, лучше сбежать здесь. Вот тут, постоянно прыгая. Тогда быстрее уровень пройдёшь.
Можно, кстати, всех врагов так избежать. Уже бонус. Хатина на акивани норто, бонус чаленджи не икерзо. Динго доттари ухауха. Не, в английской версии точно такого нету. А на втором таком уровне будет вообще прикольно, будет дождь идти, колдуны будут. По-быстрому. Всегда хотел туда зайти, внутрь. Чука здесь. Вот и весь уровень, в принципе. Следующий будет под водой. Подводные уровни я не люблю, если честно. Вот, подводные уровни не люблю. Не знаю, их так быстро не пробежишь. Можно сразу на время пройти. На время лучше проходить с ботинками, когда кортекса замучишь, ботинки будут. Краси, Коко. Итидо крия ста стейджи ни мо итидо хайру то стоп-вотчи га ойте ару хазу дя. Коре о тору то тайму атакку га хазимару но дя. Тотта шункан кара жикан га каунто сарете ику зо ё. Хаяку гоулу суру но га моктеги дя. Соиеба, кибаку но наками ва каваду зо ё. Я думаю, он сейчас про время говорил. Попробуем. Что лучше с ботинками? Не знаю, как быстрее, нет, когда так прыгаешь. Маску лучше брать на... Вот так. Эти ящики тоже. Взял. Думал, не возьму что-то. Я думаю, в минуту-то уложимся. Главное, такие призы собрать. Как сохраниться-то? Вот так. Самая последняя строчка. Главное количество тут. Да? Именно за количество призов открывается уровень. Как отменить? О. Мне не надо, чтобы он постоянно танцевал. Подводный уровень не люблю нас. Вообще, мне нравится вообще подводная тема. Ну вот, тут не знаю, что не люблю подводные.
А ящики забыл разбивать. Но тут я, по-моему, все по-любому не разобью. Потому что тут... По-моему, еще что-то надо сделать, чтобы можно было разбить ящики. Все щупальца будут. Их можно вот так атаковать. По-моему, туда можно будет пройти, направо. Или это в другом уровне. Рыбка. О, сейчас поплаваем. Как стрелять, а как ускорение делать? Ага, вот это выстрел. Ускорение нам сейчас не нужно. Мы не на время. Ускорение, оно такое. Как ускорение делать? О. Главное, чтобы рыбу не замочили. Если... Если рыбу замочат, не сможешь кусты расстреливать. Аккуратненько. Ай-яй, аккуратно, чуть не попался. Тут аккуратно. Нужно быстро. Вот еще рыба. Я там еще раз ел. Где-то пусто. Она сама плывет. Поэтому я периодически назад. Потом будут еще такие штучки, которые тебя засасывают. Один ящик остался. А, ну отлично тогда все. Ну все, нормально. Только видите, как долго. Поэтому я не люблю подводные уровни. Остальные-то уровни можно быстро пробежать. Давайте попробуем на время тоже. Уж заодно-то. Уж
19 минут прошло, быстро. Не помню, где какой. Где тут время? Времени нету. Тут тоже нету. Здесь. Вот 2 секунды. Тут рыба не нужна. Давай быстрее крутись. У меня время идет. Тоже времени нет. Что ж такое? Вон рыба. Из двух пока. В принципе, тут ничего сложного нет. Потом уровни пойдут посложнее. Это... А, это за Коко. Следующий уровень от динозавра бежать прикольный тоже. Мать-яка! Да сразу на ускорение полежу. А все ящики, может, тоже надо собирать. Хотел быстро пробежать на ускорение, но забыл, что ящики тоже надо собирать. Ай, блин, громад. Надо вниз. Отлично. Все, 51. Сейчас она его поцелует. Можно, кстати, пойти обратно и спрыгнуть вниз. Команда! Ну это вот, вот, вот такие уровни я люблю, которые можно быстро пробежать. Понимаете, да? За 43 секунды. Сейчас, может быть, даже на золото пробегу, не знаю. У меня эти уровни хорошо получались. Вортекс, у меня кому-то тайный не поостал, но ты кой-то и та. Но у меня тоже не кой-то и та. Крэш, поваст!
Мне нравится озвучка его в этом, в японской Crash Bandicoot Карнавал. Вообще прикольно. Но тут, если играешь на время и умираешь, то жизни не тратится, поэтому можно пробовать сколько хочешь. Ума сколько пустил. Ай-яй-яй. Секунду не взял. Ай, блин, что ж такое? Ай. Давай быстрее. Давайте, чтобы заново не начинать. Если хорошо пойдет, я тогда сохранение сделаю. Блин, уже не то. Маска, ладно, хер. Ну, знаете, чтобы 100 раз одно и то же не проходить. Вот, пожалуйста, вот уже не получилось. Я не ту кнопку нажал. Блин. А, нет, ту. Что-то мне показали не то. Странно. Вот опять то же самое. А, тут уже конец уровня. Еще, я думаю, как минимум золото. Платина вряд ли, я там ошибся. Да, золото. На платину нужно без ошибок вообще проходить. На платину, по-моему, вот сейчас 24 секунды, 15 что ли, или 16. Или я путаю, не знаю, вроде что-то такое. А мне даже платину не показывают, видите сколько? Ладно, пойдем от динозавра побегаем. На платину, по-моему, еще 15 секунд надо пробежать. Вот, кстати, есть секрет. А, это не здесь, вроде. Чтоб я птеродактиль поймал, и тебя унесет в секретный уровень. Но я не помню, на каком уровне. Тут потом камень. Thank you.
втором уровне, да? Нужно, чтобы я птеродактиль схватил, да, там секретный уровень. Мне больше всего нравится в первой части, когда там... Ну, возлюбленная крыша, типа. Три... Вот эти три штучки с ее изображением собираешь, короче. Вот. И попадаешь на секретный уровень, который весь из динамита состоит. Вот это моя самая любимая вообще тема. Очень прикольно. Сейчас пока не будем включать. Тут нужно по всем ящикам пропрыгать. О, сейчас сохранимся. Вот так. Отлично. Пятьдесят девять. А он сбивает или нет? Да, он сбивает. Значит, побежал. 62, 63. Там еще нитро было, 64. Все. Блин! А, я взял камень. Фу. А то я иногда так бывает, я все ящики собираю, а камень тут в самом конце не получается взять. И, блин, облом, надо все заново проходить. А. Выйти сразу на время. 1:47. То есть, да, бывает такое. Все ящики сбиваешь, камень появляется, а его же взять надо сначала. Вот, и не получается его взять и пипец. Блин, застрял. А, кстати, я могу ящики, он же сам ящик собирает. Мне надо просто бежать и все. Он же сам ящики сбивает. Я даже забыл про это. Блин. Без ботинок я вряд ли пройду-то, потому что не так-то и легко. Это за 1:40 у меня уже 1 минута. И тут времени нет. Вот одна. Блин, не успел. Сейчас динозавр возьмет. О. Без ботинок можно, конечно, пройти, но даже на золото, по-моему, без ботинок не хватит, потому что с ботинками ты быстрее намного бежишь. И ты еле успел, короче, на это. Все, последний уровень, пойдем к боссу. Еще опять за Коко плавать. Вот эти уровни мне очень нравятся, где нужно плавать на лодке. Только не все ящики тут мне почему-то удается сбивать. Oh, my God.
Так, ну, во-первых, тут есть где поплавать. Тут не вся зона уж прям так ограничена. Вот, ну, первый уровень вроде достаточно прямолинейный. Первый уровень достаточно прямолинейный, поэтому легко все ящики найти. Просто на других уровнях будут такие моменты, где достаточно есть место, куда поплавать можно. Поэтому можно не все ящики найти. Эти уровни, конечно, суперские. Блин. Черт. Сейчас чекпоинт возьмем. Видите, как лоханулся там, а? Аж две маски потратил в одном моменте. Вот эта хитрая херня, она прям на меня плавает. То есть, если я буду на одном месте, она чисто на меня пойдет. Вот аккуратненько. Сразу две. Вот это хитро тоже. Вот сейчас момент будет вообще очень узко. Сколько ящиков? 31. А хотя не, легко прошли. Я помню, мне сложно было пройти, там очень узко, потому что... Тридцать пять. Отлично, 36-37. Все. Долго очень, да, уже полчаса прошло. Я хотел одно видео, одну комнату делать с уровнями. На одно видео, но не получается. Мне нужно по два делать, потому что одно это уж очень много. Ладно, давайте сейчас босса замочим. У меня по вас смотрю, сори, тайны на мою. Сори, по вас смотрю, гайс, то ничего не вижу. Короче, он злой, что мы у него все кристаллы отняли. Можно на паузу нажать. Бля, уже 20, даже 40, от 40 минут уже идет. Да, надо будет делать два видео. Я хотел одно сделать. Он тупой. Второй части очень прикольно с ним. Нужно бегать по этим штучкам. Ай, блин! Что? Блин. Во второй части прыгать точнее. По штучкам этим, которые мигают и проваливаются. Вот мне очень нравится во второй части. Все, пипец. Пусяшоу. Пусяшоу.
Я думал, он танцевать на нем будет. よくやったのお主ら! タイニーを倒したことによって次のタイムゲートが使えるようじゃの! 一旦真ん中まで戻ってセーブするのが良いぞ! セーブスクリーンの前で立ち止まればあとはちょちょいのパーじゃ! 次に進む入り口が開いているのがそこから見えるはずじゃ! Короче, у нас есть теперь один из пяти спецприемов. Ну что, тут будем брать это? Давайте потом. Тут сейчас и так много времени прошло. Пойдем, короче, в следующую комнату и продолжим на следующем видео. Уже дохуя времени, уже, блин, 40 минут.